Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть у меня в гостях на моей кухне. Сегодня я буду готовить лосось с лимонным соусом и сливками. Сегодня мне понадобится лосось или любая красная рыба подойдет. Сухое белое вино любое. Сливки. Совсем немного муки. Сливочное масло. Перец горошек, лимон, соль, перец. С рыбы надо снять вот эту вот кожу. Разрезаю ее напополам. Вот такие долечки. Посолить, поперчить с двух сторон. Разогреваю сливочное масло. И обжариваю кусочки рыбы. После того, как подрумянилось с двух сторон, наливаю вино. Лимон. И сливки. Потушить буквально 3-4 минуточки, и рыбу можно убирать. В соус я добавляю перец горошек, нарубленную петрушку, я муку разбавила водичкой, вот такую кашицу я сделала. Я вам покажу сейчас. Совсем чуть-чуть. Добавляю сюда же. Дать покипеть секунд 30-40. Соус готов. Попробуйте на соль. Можно добавить еще немножечко черного перца сюда. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока.